Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трешачок, десяточка, как обычно, куча разных плюх, куча недостающих героев, но уже, конечно, не куча, потому что мы уже больше половины собрали, и того у нас сегодня вот такая вот прибавочка, космик. По сути, эти все герои есть, это повторки для экономии какашек, которые здесь тоже нет, ну, это 5-10 баксов, то есть день-два, и вот такие вот плюхи вы не на русском сервере этого никогда иметь не будете. И таких героев в таком количестве никогда не продавали, и непонятно, возможно, когда-то будут продавать. Так, окей, поехали. Что там у нас сегодня интересного? Поехали. Сразу же скины прокачаем. Вот у нас сегодня Асурик докачивается. На полтора. Так, кто у нас еще там на прокачку был? По-моему, мы всех остальных прокачали. Также мы сегодня получили уже три фида с недостающих героев. Я пооткрывал все гарнизоны. Так, три фид. Let's go. Вот, как бы самые основные герои у нас для игры уже есть. Давайте сейчас посмотрим, что там у нас. По героям и пойдем плюшки открывать. 57-88. Так, ну, Минотавр, понятно, еще впереди. Ну, как видите, здесь такие герои. Дерева нету. Ну, в общем, есть еще кого получать. Так, окей. У нас есть... О, отлично, у нас есть вот такой вот роллинг сегодня за гемы, где вы можете получить целого героя, либо его осколки. Но с того, что тут есть, у нас как бы все есть, ну, может, осколки на свалина вытащим наконец-то, либо на землеройку тоже, в принципе, неплохой вариант. Поехали. А, ну, без целый, вот так вот. Махатма 40. Еще Махатма. Там мышка плохо нажимает. Второй Анубис, ребят. Фрея. Командора 40 осколков. Рогаточка. Еще Анубис. Три Анубиса. Три Анубиса за пару тычек. Вторая Фрея. Вот что значит английский сервер и роллинг за камешки. Как дополнение. Космо 40 штук. Нифига себе. Красавчики. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас... тоже будет трэш. А почему будет? Потому что мы, я забрал ордена. Ну вот видите, на 20 лямов орденов за заход. Что еще надо, вот скажите. Кулачки 674, отлично. Так, это мы 900 самов получили. Сундуков за первую неделю игры. А, так, окей, поехали дальше. Там у нас расходники. Так, 13 карт. Ну, блин, отсюда нужен Риббит. Давайте сейчас пооткрываем. Еще эти. Может, еще кого-то недостающего словим. Так, ребят. Можно, ну я не знаю, вряд ли мы землеройку сейчас, ну хотя бы половину, ну и то я думаю, что нет. Ну, эмблемки подостаем. Шестая максимальная, которая отсюда падает. 20 землеройки. Так, 30 кролика. Ну, не знаю, посмотрим, сколько осколков. Ну, реально собирать с мешков очень долго. Проще через рынок. Вчера за 20, по-моему, продавали 100 осколков, если не ошибаюсь, или за 50. Ну, в любом случае, все очень дешевеет. Смотрите, как шестерки падают. Еще двадцаточка, отлично. Еще двадцаточка, нифига себе.
Так, и 5 итого. Смотрим, что у нас получилось по итогу. 95, ну почти половина. Ну, идем по рынку, пошастаем. Ну, вот смотрите. А, вот, за двадцатку. За двадцатку практически, ребят, вот не хватит 5 осколков. Забрать, не забрать, еще один огник. Надо подумать. А, так, что у нас тут? Потому что есть куча расходников, которые тоже интересны. Вот, например, этот пак. За 50. За десяточку. Ну, вот такое за десяточку. Так, а что у нас тут роллинг героев? Ну, посмотрите, за двадцатку каких вы героев получаете? С этих мы получим, в принципе, скины тоже можно. Ну, там 8 штук всего. Плюс еще роллинг на следующий этот. Ну, неплохо, неплохо. Так, окей, идем разберемся сначала с этим делом. Восьмые эмблемки. Я показывал, какие у нас есть. Давайте вот дар жизни. Что у нас уже есть по эмблемам? Вот такие вот эмблемки у нас есть. Это шестые, которые... Ну, такое себе. Ремок пока нету. Надеемся, что сейчас вытащим. Давайте. Ремка, приди. Хотя бы одна. Психощит, либо ремка. Раскол. Так. Грубая сила, в принципе, топовая эмблема для урона. Для критовиковый гнев, хлам, ложный хлам и дар жизни. Ремки не упали, видите, надо больше копить, по 10 открывать. Тогда хоть шанс будет. Так, что у нас есть? О, ничего себе, посмотрите. И рефреш сделаем. Скидка какая, скин на ПБшку даже есть. Ну, я не знаю, мы его, думаю, так соберем попозже. 3,5 как-то жалко выкидывать, даже если он бесплатный. Ну, условно бесплатный. И вот так где-то подцепим потом. Так, что у нас надо? Поехали открывать карты. Смотрим, кого нам еще не хватает. Бум! Малыш Никтаса, они у нас есть. Так, 13 карт, ребят. Не хватает Риббита. Мы с Риббитом уже не знаю, сколько я уже карт открыл. Ну, нормально. Сколько там, пятый выпуск в каждом практически. Так, Седнушка. Давайте Риббита, блин. Он хоть и не топовый, но он отсюда нам не упал. Нам Афин куча нападала. Вот то же самое начинается. Третья Афина. Бигфут. Заклинательница. Есть, наконец-то. Наконец-то ты к нам пришел. Бигфут, Афинка. Опа! Ну, видите, один риббит всего упал. Не знаю, карт 30 мы уже открыли, если не больше. И всего лишь один риббит. Это жесть. Ну, ничего, еще плюс один недостающий герой. По чуть-чуть, ребята, как видите, собирается топовый алтарь. А построек и ничего у нас нету. Нифига нету, ничего не качаю. Пока собираю топовый алтарь. Так, окей. Поехали сюда. Что у нас тут еще осталось такого интересного? Так, давайте талантики пораставляем для тех, кто у нас уже есть. Кому, кого мы вытащили. Заодно посмотрим, какой сегодня шансик. Потому что мы вытащили дофига героев. Докупили. Так, бастион, отлично. Бастион, бастион, бастион. Тут, конечно, у меня героев хватает. Но баст можно сюда поставить. Так. Огненка тоже хороший вариант. Стрелок у нас пока без скина. Рину ставим на Рину. Саморазрушение. Это Франки такой родился у нас. Я уже даже не помню, или мы ставили. Так. Риббит тоже с пятеркой, смотрите. Дает пятерки.
Так, некрасятина. Надо на тебя что-то, Афинка. Короче, куча героев, их надо всех. Так, давайте сюда на гарнизон сначала поставим. Так, пятерочка. Пятерка, пятерка, пятерка. Поставим сюда пока. Так, Увненко. Рину у нас уже. Это так, это временно. Так, на Афину нам бы ремочку словить. Было бы неплохо. Так, отлично. На перспективу. Ложный, ну, тоже можно доп ставить. Ой, отлично. Быстро у нас гарнизон прокачается. Стойкость не надо никому. Утекание. Так, хорошо, утекание. Махатма там у нас с чем? Мохнаточка, ау. Где ты? Сейчас я так всем пораставляю, пока время на пятерке. Черепа у нас нет. Так, Бастик. Ну, Бастик можно один поставить на Афинку. Поменяем, потом вторым поставим. Опять этот бег. Ну, сколько-то можно. Так, Тывушка можно пока поставить даже на эту. Временно. Так, СУ. И знаете, сила не прибавляется, потому что они пока нулевые все. Так, тут нормально все, тут вообще отлично. Поехали сюда, Берсик. Огненко. Такс. Тут у нас нету скина. Тут все нормально. Тут СО стоит. Ставим пока сюда. Так, ожог. Ожог. Любимая тема Рылева. Начнем ожог. Оу, есть! Так, вот это интересная темка. А, у нас у Фрей еще нету талантика. О, ужас. Так, ИСО, это очень обалденная тема. Самый топовый талант на сегодня по дефу. Блин, и стрелку хорошо, и сюда хорошо. Тут у нас уже есть бигфутик. Скинов нету, ставим на ПБшку. Вот даже так. Воодушевление. Воодушевление. Давайте на Афинку поставим вторым пока. Потому что у меня ни эмблемы нету, ничего. Так. Тут у нас еще не все докачаны на пятерку. Да что такое? Давайте уже какие-то имба-таланты. Поехали еще гарнизон посмотрим, или мы всех уже. Ну такое себе, честно скажу, сегодня что-то падает. Нехти. Ну, хотя некоторые топовые мы уже вытащили. Что он делает, скажете вы? Сейчас по-любому выпадет имба-талант для Фреи. А может и нет, а может и да. Так, это неинтересно. Замедление.
Ладно, давайте. Пока оставим. Что-то, кстати, вот я заметил, плохо падают талантики смотрителя. Вот реально не падают практически. Ну что, ребятушки, давайте немножко порылим. Сердцеедка есть. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята, еще один недостающий герой. Все, на этом роллинг закончился. Имба роллинг. За пару тычек недостающего героя получили. Отлично. Вот это радует. Так, с медузка. Медузяка. Где там она у нас? Вот она. Ну, пока поставлю. Может, будем что-то фармить. Так, просветик. Ну, это... Я говорил, все просветы у нас идут. Пока на допов. Видите, как по заказу. Оу, щит. Есть. Нормально. Ставим сюда для теста на архи. Как просветы пошли, ребят. Хорошо пошли. Это скорч дали. О, отлично. Такс. Пока сделаем так. Так, пора прекращать. Ладно, хватит. На сегодня, короче, хватит. Что, ждем следующего дня новых плюшек и посмотрим, что мы дальше получим. Все, пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.